Всем доброго дня. У нас на обзоре это спойлерный автомобиль Нива из тюнинг-комплекта Magnum. Вот таким вот образом выглядит. Окрашен в цвет кориандр, 790 номер. Окрасить можно любые заводские цвета. Устанавливается он штатно с помощью двухстороннего скотча. Таким вот образом выглядит сзади. И сейчас покажем его спереди. Таким вот образом выглядит спереди.